Хакасии произошло ДТП с пострадавшим. По информации пресс-службы УГИПТ Республики, автоавария с участием бензовоза и легкового автомобиля случилась сегодня, 1 октября около 7 часов утра на 392 километре автодороги Р-257 Енисей. Как выяснилось, 49-летний водитель, управляя бензовозом, двигался со стороны Красноярска в направлении Абакана. Водитель ВАЗа двигался во встречном направлении. В результате столкновения легковушка слетела с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель ВАЗа с травмами госпитализирован. Кто виноват в столкновении, предстоит установить сотрудникам автоинспекции. По предварительным данным, они столкнулись, потому что не смогли разъехаться. Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.